Лошадь – одно из самых красивых и грациозных животных. Но при всей своей красоте она является еще и средоточием мощи и силы. Обуздать ее, сделать так, чтобы свободолюбивое животное подчинялось твоим желаниям – большая работа. В конном спорте всадник и лошадь называются спортивной парой. И смотреть на их командную работу – одно удовольствие. Такая возможность есть у славянцев благодаря работе и мероприятиям, проводимым спортивной школой «Изумруд». Уже 7-й год подряд спортивная школа «Изумруд» проводит открытое первенство муниципального образования «Славянский район» по конкурсу «Золотая подкова». Хоть турнир и носит статус муниципального, география участников и уровень их подготовки приравнивают его к соревнованиям уровня Южного федерального округа. С удовольствием едут люди, всегда подают заранее заявки, и, в принципе, все очень всегда довольны. И нашим полем, и как бы нашими препятствиями, и организацией соревнования. Так что, в принципе, к нам всегда с удовольствием едут. В этом году даже приехали у нас спортсмены с Крыма. Так что можете судить об этом. Славянский район в этих соревнованиях представляли 4 участника. 2 из них – воспитанницы «Изумруда». Девушки только делают первые серьезные шаги в конном спорте. Уровень, как бы, у них, можно сказать, начальный уровень. Так что, в принципе, особо о каких-то достижениях больших говорить тяжело. Ну, посмотрим по этим соревнованиям, как они поведут себя. Одна из наших спортсменок – Вероника Иванова. Она совсем недавно начала создавать свою команду с лошадью по кличке Эсхил. Тебе сразу дали эту лошадь? Ты первая ее хозяйка здесь или нет? Нет, только недавно, буквально месяц. Ну как ты оцениваешь? Техничный, ровный, прыжок хороший. Как вы с ним вообще отношения налаживаете с лошадьми? Это же не так просто все. Ну, просто он сам по себе добрый, добродушный, и я им легко. Эта лошадь в конюшнях «Изумруда» появилась совсем недавно благодаря поддержке конного спорта районной администрации. Глава Роман Иванович нам как бы приобрел 2 лошади, за что мы очень благодарны ему. Это вот эти лошади как бы выступают, они как бы сейчас уже начинают показывать результаты. Так что это очень большое спасибо огромное администрации, главе. В числе первых пар, вышедших на арену, была славянская спортсменка Маргарита Муртазагаджиева на лошади по кличке Талка. Пара очень успешно брала барьеры и закончила трассу без штрафных очков. Ты прям, мы смотрели, очень хорошо отпрыгала. Это благодарность кому? Благодарность лошади? Потому что ты знаешь трассу или это тебе? Это общая совместная работа. Хорошая. А как вообще ты лошадку благодаришь после побед каких-то там? Конечно. А как? Пару килограмм морковки. Свою морковку Талка точно получит. Ведь их команде в этот день удалось не только стать призером в общем зачете, уступив лишь гостям из Крыма, но и победить в конкурсе среди взрослых спортсменов и лошадей старше 4-5 лет. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».